Всем здравствуйте. Отвечаю на вопрос наших зрителей. Вот смотрите, из Краснодара в Новый Афон вот такой идет поезд. 22:30, очень удобный. Ночь поспите, и в 10 утра вы приезжаете в Новый Афон. Если вам Сухум, то он через полчаса примерно, в 10:45, допустим, приезжает в Сухум. А это обратный билет из Нового Афона. И в час, неудобно, в 1:41 приезжает в Краснодар. Нас такой вариант не устраивал, поэтому была пересадка. Все, мы уже на вокзале, добежали, упаковались. Вот это наш багаж. Мусор-то вон возле лестницы, мусорка вижу. Давайте я сношу. Ну вот, это то, зачем мы сюда ехали. Да. Зачем как нам мечтала? Это все унести? Как нам это все увезти? Сейчас будем трамбоваться. Я мечтала. Главное, поезд стоит долго, он смотрит. 2 минуты. Не, ну он смотрит. Они стоят, он не уедет, пока люди не садятся. Они потом флажками показывают. Так что не переживай. Ну да, не останется. Полчаса до поезда, а я все равно иду на море полюбоваться. Красота. Я вот так устроилась. 53 место. А бабушки мои вон там у туалета. Верхняя и нижняя полка. Ну, на боковушечке тоже будет сидеть. Вагон пустой. Наверное, в Гавре зайдут люди. Был еще вопрос от зрителей. Сколько по времени идет поезд от Нового Афона до Адлера? Примерно 5,5 часов. То есть идет он, по идее, меньше. Дольше он стоит, когда проверяют нас пограничники, полиция с собакой на наркотики проверяют, на взрывчатку. Таможенники проходят. На абхазской стороне очень просто все проверяют. Так, формально паспорт посмотрел, один человек прошел и все. А вот на российской стороне в Адлере, хоть в ту, хоть в другую сторону, даже просили сумки открыть, показать. Ну так, поверхностно смотрят. Ну, 2,5 часа мы стоим в Адлере в веселом. Никуда нельзя выходить, в туалет нельзя, спать нельзя. То есть сидишь и документы перед собой держишь. Спрашивают, куда едете, насколько едете, в первый раз или не в первый раз в Абхазии, первый раз или нет, по железной дороге пересекаете границу. Ну, то есть, вот такие вопросы обычные задают. Вообще, у нас билет был из Адлера обратный до Краснодара, но так как у нас очень много получилось поклажи, то я вот предложила съездить в Сухум, мы купили билеты на поезд, доехать до Адлера. Что мы и сделали. Я нисколько не пожалела. И молодцы у меня Раиса Ивановна и Надежда Николаевна. Сказали, делай так, как надо. А то вот реально, я представила, мы в маршрутке сядем до границы ПСОУ. В маршрутке, во-первых, там некуда девать багаж. Абсолютно некуда. Там друг на друга все свалят в багажном отделении сзади. И все помнут нам эти мандарины. Вот. Ну и там пешком переходить Абхазию, потом в границу, потом в автобус пересадка, потом на вокзале. В общем, это такая чехарда получилась бы, мы бы просто не смогли. И напомню, что у меня очень сильно болел палец в то время. Я левой рукой практически ничего не могла нести. Сейчас, слава богу, он у меня не болит, все нормально. Вот. Но тогда он давал о себе знать конкретно. Поэтому
Мы решили поехать на поезде, нисколько не пожалели. Ну и тем более вот такая дорога идет живописная. Море буквально хлещет по шпалам. Вот такой красивый закат мы встретили перед Адлером. Это уже за Гагрой едем. В общем-то, нам понравилось все, как мы ехали, и вообще вся поездка. Друзья, мы на вокзале Адлера. Тут, смотрите, елочка стоит. Пришли в зону покушать, где можно. Вот бургеры, пицца, море, блины. Кстати, вон там блины есть. Я что-то вас сюда привела сразу. Ну ладно уже. Я хинкали заказала. Хинкали, чаек. И не удержалась. Пироженку. Вот. И у нас до поезда 2,5 часа. Подождем и поедем в ночь. Ляжем спать, а утром будем в Краснодаре уже. У нас вот такой вагон. За дергушечками, смотрите, за навесками. Первый раз в таком еду. Ой, какой он шикарный. Красота-то какая. Каждый раз разные поезда у нас, каждый раз разные вагоны. Чудесный поезд. Так, ну я впервые в таком, конечно, вагоне еду. А я сюда ехала. А твое место где? Вы в таком ехали, да? Да? У меня вот боковушка. А, вот это все наши? Да. Еще да. Кто-то сядет, да? Ну, кто-то, может, и сядет. Навряд ли кто-то сядет. А, хотя еще впереди Лазаревская. Ло. Диванчики Москве, прям такие. Краснодара в таком ехала. Отлично. Занавесочки. Так вообще красота. Да. Вот мое место, боковушечка. Куда я толкала эти? У нас на ужин семга. Немножко-немножко пропустила на сковородке. Зелень добавила и макарошки на гарнир. Приятного аппетита всем. Тебе особенно. Доброе утро всем, друзья. Сегодня у нас такое тепло. Днем плюс 15 обещают. И теперь я понимаю, что в Абхазии все 20 были градусов. Потому что у нас, ну, наверняка холоднее, да? Потепление еще, ну, 2 дня будет. Потом дожди пойдут. Михалыч выписал наконец-то зимнюю резину на 3-ю зиму жизни здесь. Что-то у меня сегодня все торчит. Мне вообще стричься надо. А я все пытаюсь как-то уложить эти волосы непослушные. Вот, ну и съездим на рынок, как обычно, раз уж ездим в детскую. Так тепло, что в бассейне даже лед растаял. А то, знаете, прям такая толстая корка льда была, уже непробиваемая. Вот такое у нас болото. Вот эти бутылки и доску специально кинули, чтобы не разморозило бассейн, не разорвало. А? Так, ну вот это и это точно? Ну, нормально. Сергей Михайлович? Да, да. А чьи розы, а? Мои. Да, да, да. У тебя должна быть сейчас диагностическая карта с собой. Закроется? Конечно. В пятницу я вернулась утром, а в субботу с утра мы начали ремонт опять. То есть, вернее, продолжили. Приехали Катя с Артемом, нам помогали. Топили баню. Готовили вкусняшки. Без них мы бы, конечно, не справились. Так что спасибо ребятишкам, что приехали. Ну и было весело. Вот эту сторону заводим туда наверх. Мне даем лесенку. Сначала надо дать лесенку. Так, и тут тоже поднимаемся вот так. Вверх. И потом вот так. Так. Угу. И ставим вот эту вот туда. Так, и мне шароповерт надо будет
и шурупов. Что, поняла, не поняла? Давай. Вот это, конечно, ставим на трубу вот сюда. Да. Ну, только, конечно, еще же. Наверх. Плоско поворачиваем. Ваш крест. Ага. И все. Это можно взять. Не попалось. Мы сначала хотели с той стороны лесенку. На той Допустим, все, вы держите? Да, держим, да. Держим, туда. Ты куда? Ой, с другой стороны просто. Поставили. Так, и теперь нужен человек, который будет нас проводить. Где же вам взять этого человека? Конечно, свободно, значит, ты будешь что делать. Мало мне, палец ушибло. Сейчас дрова принесла в баню. И одно полено мне на палец, на большой, упало на ногу. Ой, боже мой. Старость не радость, да? То одно, то другое. А все почему? Потому что тороплюсь, там помогать надо. У нас курочка печется с картошкой в духовке. Я ее, знаете, чем? Я ее таки мали натерла с чесноком, а картошку сделала с хмели-сунели. Ну, сейчас ждем. С Михалычем в бане помоется, и все, и будем ужинать. Остановилась работа у нас, потому что у нас остался узенький такой гипсокартон прилепить на потолок, а там мешает труба. Труба идет отопление. И там никак шуруповертом не подвесить. Поэтому нужно купить адаптер угловой для дрели, для шуруповерта. Вот так он вставляется и вот так крутит. Потому что там ни вручную, никак вообще не попасть, не закрутить. Вот такие дела. Так что вот такая у нас заминка получается. Но ничего, лист сегодня прикрутили, хотя переделывали, но все равно сделали все нормально. Время 8 вечера. Думаете, куда мы поехали? Мы в бане намылись уже. Мы поехали в Ленту, в Краснодар. А почему в Ленту? Потому что рядом с Артемом она. Мы сегодня поговорили про Ленту. Там вкусные мармеладки продают. Катя сегодня с Тёмой привозили. Очень-очень вкусно. И поэтому мы и за мармеладками заедем. Ну, не только. Посмотрим, что там. Мы ни разу в Ленте не были в Краснодаре, поэтому съездим. И туда же подъедет Артем с Катей и привезут нам вот эту отверточку, которая нужна, такая угловая, с поворотиком, чтобы мы завтра с Михалычем зашили этот потолок, кусочек. Хотели ехать вообще в Леруа Мерлен и покупать ее. 1500, что ли, она стоит. А Артем поискал дома сейчас и говорит, а она у меня есть. Ну, вот мы и едем. Леруа работает круглосуточно. Поэтому походим там, может, что-то прикупим. Кое-как место нашли, представляете? Круг сделали, нету места. Даже не круг, зигзаг. Зигзаг, да, проехали. Какие-то люди ходят. Катя в кепочке, я тебя не узнала. Ребята, у вас что, всегда, что ли, столько народа? Да. Со шлыком пахнет. Да. Сразу машина, наверное. Да. А где остановились? Да. Мы там в наглую припарковались, вон, видишь как? В наглую. Поперек. А мы попробовали. Подожди, я сумку возьму. У меня была подобная. Вон прям пожиже. А мы ее в этом. Ой! В разноторге, скорее всего, брали. Китайскую. Должно закрутить. Да не, она хорошая. Хорошая? Да. Катюше нравится. Я же говорила, есть. Ну, здорово. А как? А вот. Ага. И вот так. Она фиксируется. Ух, подожди.
Что, вы тоже в магаз идете? Вот так, да, да? Пришел. Там еще регулировать, куда надо. Я такая, это спец. Молодец. Молодец, молодец. Спасибо огромное. Вы тоже пойдете, да? Да. Да, мы зайдем.